после каждого дождя на тротуаре образуются лужи, которые детям приходится обходить. Я считаю то, что на улице Гоголя очень неровные тротуары, и дети при походе в школу выбегают на дорогу, чтобы обойти лужи, и это опасно для них. Первый вопрос, что нравится ли мне тут тротуары? Устраивает ли вас качество тротуаров? Нет, я считаю, что их практически здесь нет, так что в основном тут грязь, а не тротуары. И вместо того, чтобы ходить нормально по улицам, не по дорогам, а именно по тротуарам, приходится выходить на дороги, потому что грязно.